На нашем стенде выставлена продукция, которую мы выпускаем много лет. Она отличается тем, что вот 7 приборов, это каждый год практически по новому прибору. Вот этот вот прибор, ТКН-4Г03, новый прибор, первый раз выставлен на выставке. И он совмещает в себе все плюсы, все, что есть на сегодняшний день, производится в Российской Федерации. И вот новый прибор, он уже поставляется в этом году по гособоронзаказу, но мы разослали 8 потребителям. И со всеми 8 потребителями мы уже встречались. Первый – это, естественно, потребитель Министерства обороны, ну и другие производители продукции, конечной продукции, БТР, БМП, танков. Второй раздел – это импортозамещение, это приборы на пусковые установки. А следующий – это гражданская продукция, по которой мы в субботу будем вести переговоры, и проект договора уже подписан. Результат от этой выставки в этом году для нас самый большой, что было до предыдущих годов.